Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про бензиновый генератор Patriot GP2000i. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке в походе на рыбалке. Применение современных материалов значительно уменьшило вес и размеры генератора. Все элементы управления находятся на фронтальной панели генератора, а на основании расположены прорезиненные устойчивые ножки. Крышка топливного бака устроена таким образом, чтобы предотвращать протекание топлива. При транспортировке и хранении необходимо закрывать вентиляционные каналы в крышке. Высокое качество поставляемой энергии, чистая синусоида, стабильная частота и напряжение 220 вольт плюс-минус 3%, 50 Гц плюс-минус 0,5 позволяют подключать к генератору любые критичные к качеству напряжения устройства – компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD-телевизоры. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ЭКО экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. При снижении уровня масла до критического уровня генератор останавливается автоматически. На контрольной панели загорится индикатор контроля масла. Запуск будет возможен только после восстановления уровня масла до нормы. Защита выхода 12 вольт срабатывает в случае короткого замыкания на клеммах или при перезагрузке. В положении ON автоматика генератора устанавливает обороты двигателя с учетом подключенной нагрузки, что эффективно экономит топливо и снижает шум. Индикатор перезагрузки загорается в случае превышения мощности подключенного электрооборудования, перегреве блока инверторного преобразования, превышения выходного напряжения. Электронный выключатель отключит подачу питания на потребителе. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Шумноват. Свеча так себе. Глушитель имеет маленький выхлопной диаметр. Теперь перейдем к положительным. Компактный, легкий. Достаточной мощности для выезда на природу. Инвертор, что позволяет получить чистый синус. Ластик приятный на ощупь. Генератор заводится легко. Заявленную мощность выдает. Поместится в любой багажник. Подача тока постоянная, без перепадов. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».